когда я говорю с точки зрения кабалы, для меня не существует Путин, Обама и прочие все эти... Лидеры. Лидеры, так называемые. Это просто зависит от системы сил в мире. Но эту систему сил определяем мы, народ Израиля, а не Обама и не Путин. То есть они для вас сила? Они для меня исполнители того, что мы закажем. Только лишь. И не более того. Весь мир исполняет то, что мы заказываем. Мы это кто? Мы народ Израиля. Свобода воли существует только у нас. Надо войти в систему управления. Это то, что объясняет нам наука Каббала. И увидеть, что это так и происходит.